Я приветствую всех землян. В эфире 10-я передача телевизионного канала NEFS TV, и я, его ведущий, Всеслав Солов. Сегодня мы с вами узнаем, точнее, продолжим узнавать логику предметно-беспредметных островов. Надеюсь, что вы уже видели первую часть этой передачи, сегодня вторая часть. Первая часть, которая называлась «Самое древнее учение. Логика предметно-беспредметных островов». Если вы еще не видели этой части передачи, то я вас убедительно прошу посмотреть ее, прежде чем смотреть сегодняшнюю передачу. Потому что сегодняшняя передача является логическим продолжением первой передачи. Итак, вкратце напоминаю саму логику предметно-беспредметных островов. Выглядит она очень просто. У нас есть физическое тело. Есть его пределы видимости внешние. Ну, мы знаем с вами, что там внутри тела существуют наши внутренние органы, существует душа, существуют мысли, ну и так далее и тому подобное. Все, что известно человечеству и людям в этой связи. Но, где бы мы с вами ни находились, мы посмотрим вокруг и всегда увидим пределы нашей видимости. Наш взгляд будет упираться в определенные пределы. В комнате это будут стены, потолок, пол. И в огромном помещении то же самое. На улице это могут быть какие-то дома в перспективе стоящие. Небо, тротуар, дорога под ногами. В пустыне это может быть горизонт, пески. А в горах это могут быть горы и облака, и реки, и все что угодно. В океане это будет тоже простор, и какой вы уже можете себе представить. То есть мы всегда, хоть на поляне, в лесу, будем упираться, вот через эту логику, упираться в пределы видимости, наш взгляд будет останавливаться. Ну, максимально, насколько может увидеть взгляд на Земле, вдаль, человеческий взгляд, это 40 километров. Вот это максимальный предметный остров. То есть все, что вот находится в пределах видимости вокруг нас, это называется предметным островом. Все, что находится за пределами видимости нашего физического тела, там, внутри нас, это называется вторичным беспредметным островом. Ну, беспредметный, мы не видим эти предметы, но понимаем их, чувствуем, ощущаем. А за пределами видимости любого предметного острова находится первичный беспредметный остров. Ну вот, мы с вами, допустим, находимся в комнате, в каком-то помещении. Но мы же можем себе представить и вообразить, что там за пределами видимости вашего помещения, где вы сейчас находитесь, есть еще какие-то строения, да, дома, есть какие-то дороги, есть какие-то пути к вашему дому, если вы в офисе, или же к дому вашего друга, родственника, и вообще в какую-то страну. Ну, вы можете себе вообразить пространство, эти дороги, эти всевозможные логические переплетения городов, поселков там и так далее. То есть, короче говоря, за пределами видимости любого нашего предметного острова мы понимаем определенные перспективы. И все эти перспективы, вот они называются первичным беспредметным островом. Почему первичным? Потому что с него мы копируем сюда в душу и запоминаем предметы. И потом эти предметы у нас здесь уже живут как наш опыт. Мы из них и состоим как личность, как душа, как разум и так далее и тому подобное. Это вот краткое напоминание. Смотрите первую передачу, и вы поймете подробности. Идем дальше. Теперь нам надо рассмотреть с вами очень важные вещи. Оказывается, вся эта логика зиждется на трех главных китах, на трех законах. Первый закон – это закон искажения. Второй закон – это закон пространственного расположения. И третий закон – это закон сильного.
Вот сегодня я намерен с вами разобрать два закона. Закон пространственного расположения и закон искажения. Закон сильного, скорее всего, я предложу вам его изучить у меня на занятиях. Хотя не исключено, что когда-то я сниму и о нем отдельную передачу. Так что, если захотите более широко познать эту логику, приходите ко мне заниматься. Можете записаться в группы на занятия в Москве, можете по интернету заниматься. На моем сайте всеслав-соло.ру, В как галочка, С как доллар пишется. Вы можете всегда получить нужную информацию. А мы с вами начинаем разбираться в этих законах. Начнем с закона пространственного расположения. Вот живет человек, живет и надеется встретить любимого своего человека, то есть влюбиться. Я вот сейчас вспоминаю, в Москве, в районе метро Коломенская, библиотеки, я вел занятия, и в первом ряду сидела женщина, таких примеров куча, но вот один из них сейчас почему-то вспомнился, классический такой. Сидела женщина, и она, когда слушала вот этот закон, и еще формулу любви я тогда читал, вдруг с восторгом и с грустью заметила: «А вы знаете, — сказала она, — а я вот до сих пор жду любимого человека». Я говорю: «Ну и как вы его чувствуете, как он там внутри вас, в душе шевелится, разговаривает с вами, запахи его?» Она говорит: «Да, конечно, я с ним общаюсь каждый день». Я спрашиваю у нее: «И как долго вы ждете?» Она говорит: «Ну вот уже лет 20 я никак не могу его встретить». То есть ей уже лет 40, около того, а она до сих пор не материализовала любимого человека. Ну, я, конечно, пожал плечами, с грустью тоже, понимая эту женщину, но с другой стороны, не принимая такого положения дел и развития в жизни. Я ей сказал: «Ну, вы будете так ждать вообще всю жизнь и никогда его не встретите». Она говорит: «А почему?» «Ну, потому что, говорю, что не может один и тот же предмет находиться одновременно и в душе у вас, и во внешней среде. Он обязательно должен где-то в одном месте находиться. Если вы там его держите, этого любимого человека, и до сих пор еще не отпустили его через спину, и он не ушел в пространство первичного беспредметного острова, чтобы потом, по ходу движения наших предметных островов, которые смещаются в пространстве, мы в них ходим, живем, летаем, бегаем и так далее. Так вот, по ходу этих движений этих островов мы вдруг материализовали его, встретили. Вот вы бы его встретили, того человека, которого выставили бы заранее». А она сидит и думает, что неужели так возможно? Я говорю: «Конечно, возможно». А другая женщина говорит: «Ну вот вам легко говорить. Я вот каждый день езжу к вам на занятия, и троллейбус полный народа. Вот как мне ехать в пустом троллейбусе-то?» Я говорю: «Очень просто, просто садитесь в пустой троллейбус». Она: «Ну да, как-то в пустой». «Ну вот так, говорю, вот здесь ощутите его, постройте, подумайте, что он пустой, только до деталей, до запаха, до скрежета, до мелочей, вот насколько получится. И забудьте его отсюда, со спины, пускай он выстоит из вас. Вот как только забудете, утром перед сном это лучше сделайте, а утром проснетесь, покушаете, позавтракаете, умоетесь, оденетесь, выйдете к троллейбусу, а он будет пустой». «Да ну, не может быть, ну попробую», говорит Слав, «спасибо». На следующий день она такая восторженная прибегает на занятия: «Всеслав, я ехала в пустом троллейбусе». Я говорю: «Ну и всегда будете ездить, коли так уже решили. И вы знаете, вот сколько у вас там занятия шли, там дней 10-15, она приходила и каждый раз она восторженно подчеркивала, что сегодня она опять добралась в пустом троллейбусе. А потом она как бы сказала: «Вы знаете, на нашу линию добавили троллейбусов, оказывается, я уточнила в депо». Ну как еще можно объяснить? Я говорю: «Вы поймите, что любая материализация, она должна предметно и законодательно, и как угодно, как-то подтвердиться. Да, возможно, именно добавили, а возможно, людям.
переехали, и в районе стало жить меньше людей. Ну, все могло быть именно в этой связи расставлено и создано. Ну, чтобы вот эта женщина ездила в полупустых троллейбусах. Вот интересно. Получается, мы здесь с вами в душе, основываясь на уже скопированных разных предметах, создаем определенные какие-то задумки наши, определенные конфигурации, определенных людей, события продумываем. И со спины они улетучиваются и материализовываются. Вот давайте посмотрим сейчас на схеме, как это происходит. Вот у нас, вы видите на схеме, человек, сущность, стоящая на предметном острове. У нее пределы видимости есть. У этой сущности, у этого человека. Вот этот человек задумывает материализовать мороженое. Ну, отдельно его как бы увидим. Вот в пространстве вторичного беспредметного острова у нас мороженое. У этого человека мороженое. Теперь этот человек, ну, куда-то идет. Или там спать ложится, неважно. Но вот что-то он делает, его предметный остров меняется. Вот смотрите, он сделал шаг. Если он забыл о мороженом, то мороженое осталось где? За спиной. А где за спиной? В пространстве первичного беспредметного острова. Вот, видите? Дальше этот человек может жить где угодно, делать что угодно, но он выходит, допустим, за угол своего дома, и вдруг там видит, продают мороженое. То есть, если он задумывал мороженое, то он наверняка и задумывал, где именно он хочет купить его. Значит, это мороженое со спины выставится именно вот туда, за угол, в киоск мороженого. И вот он, этот человек, оказываясь возле киоска, видит это мороженое и покупает его. То есть, получается, мы с вами задумываем в пространстве вторичного беспредметного острова какой-то предмет, событие, человека, но до деталей, даже где именно встретиться, когда, может быть, даже так, до деталей. И забываем со спины, и тогда это у нас и происходит. И мы встречаем свое забытое, и оно материализовывается на предметном острове, приходит к нам из пространства первичного беспредметного острова. То есть схема очень простая. Получается, в пространстве вторичного беспредметного острова мы создаем образ до деталей, вплоть до места материализации и времени, забываем со спины этот образ уходит в пространство первичного беспредметного острова, и потом на предметный остров из первичного беспредметного острова приходит эта материализация, мы ее видим материализованной, вот и встречаем, и получаем задуманное. Это вот обычная, элементарная жизненная схема материализации. Так вот, по закону пространственного расположения, один и тот же предмет не может находиться в двух местах одновременно. Либо он находится у нас в пределах вторичного беспредметного острова, либо он находится в первичном беспредметном острове, либо на предметном острове. Но если он на предметном и был ранее этот предмет нами задуман, то значит мы его материализовали. То есть такова схема материализации и такова схема этого закона, закона пространственного расположения. Вбегает человек в магазин. Ему нужны бананы. Я уже как-то в своем видеоуроке приводил такой пример. Ему нужны бананы. Но если он вбежал, и у него бананы наперевес там, то есть он их выставил со спины, и он уже в предметном острове, как в яйце, да, вот под лупой, которая вот по карте ходит, да, над картой вот вводим лупу, вот так же материализовывается, все у нас материализовывается в жизни, что попадает в эту лупу, да. Вот мы вот предметный остров можем видеть как лупу своеобразную, да. Вот он вбегает в магазин и видит прилавки, люди, ему нужны бананы. Если он их выставил, и в душе этих бананов нет у этого человека, то он обязательно
купит эти бананы, они будут на прилавке. И даже ему кто-то из очереди может выкрикнуть, сказать: «Бананы есть!» Даже если он тут на цыпочках там из-за людских голов не будет видеть прилавки, все равно ему подскажут, и он купит эти бананы. То есть получается, когда у нас здесь задуманное было и выставлено со спины пространство первичного беспредметного острова, то оно обязательно материализуется. Оно с нами логически завязано, и никуда этот предмет не денется. Он наш, мы его материализуем. Это вот закон пространственного расположения. В этой связи теперь смотрим дальше на закон искажения. Что из себя представляет закон искажения? Закон искажения – это вот такой пример интересный. Две подруги идут в огромный универмаг. Но они туда идут впервые в жизни. Предположим, впервые в жизни. Ну, чтобы понять чистоту ответа, необходимо предположить, что они в этот магазин входят впервые в жизнь. Итак, первая подруга заходит, а мужчина впереди, который зашел перед ней, вежливо придержал дверь и пропустил ее. Она зашла. Приятно? Приятно. Дальше она проходит, несется огромная телега с сапогами. Парень раз и притормозил и вежливо пропустил ее, не тронул, не зацепил. Дальше она подходит к прилавку, продавец разговаривает по телефону, тут же откладывает телефон в сторону, отложила и с улыбкой спрашивает, что вам нужно. И вдруг достает тот самый товар, который нужен этой девушке, и по нужной цене. Она покупает и уходит из этого магазина счастливая. Какой образ у нее создастся универмага? Положительный, правильно, положительный, конечно же. А теперь проследим ее подругу. Она не осталась на улице, она также зашла с этой девушкой, но у нее совсем другие проблемы. Вот смотрите, значит, получилось как? Она проходит, и вдруг дверь ей по лбу. Ну, я шучу, конечно, я не садист, даже в примерах, ну, просто вот, ну, предположим, там, может, не сильно, ну, дотронулась, да, но уже неприятно. Испортила чуть-чуть настроение и прическу в том числе. Она заходит в магазин, а парень с тележкой, эх, чуть-чуть, ну, зацепила ей чулок и порвал. Ну, ниточку пустил. Ну, настроение вообще ушло. Она подходит к прилавку, а продавец по телефону разговаривает и не обращает на нее внимания. Она спрашивает о товаре, а та вообще не поворачивается к ней. И когда поворачивается, вдруг говорит, что нет такого товара. Скажите, пожалуйста, какой образ универмага возникнет у этой второй подруги, у девушки? Ну, конечно же, отрицательный. И вот теперь представляем себе, да, что эти две подруги, которые впервые заходили в этот магазин, скопировали образ этого магазина, каждая из них скопировала, одна первая положительный образ скопировала, а другая вторая отрицательный образ универмага. Вот в следующий раз, когда они, неважно, порознь, то есть каждая сама по себе, или же вместе, придут в этот же универмаг, то у них уже будет представление, опыт пребывания в этом магазине. Прежний опыт, сказал бы психолог. Но с точки зрения логики предметно-беспредметных островов и закона, который мы только что с вами разобрали, пространственного расположения, если она придет в этот универмаг, а заранее, когда будет идти в него, со спины выставит тот самый образ положительного универмага, выставит себя со спины, да, в пространство первичного беспредметного острова, то она придет куда? В положительный универмаг. В положительный универмаг. Но если она его не выставит, то она придет в универмаг опять снова, как в первый раз. То есть она будет копировать из него уже дополнительные какие-то черты к своему прежнему образу универмага. Не более того. И не факт, что она будет и окажется в хорошем универмаге. Может быть, там как раз, может, совсем другое у нее вспомнится что-то.
или там отношения какие-то другие будут. И она может скопировать даже неприятный универмаг. То есть у нее начнется борьба двух образов универмага в душе. То есть проблема, вот закон искажения пошел, да? А представьте себе, если она выставила положительный универмаг, а там, допустим, до ее прихода какие-то неприятные вещи происходили в универмаге, но она выставила положительный, пришла и при помощи своего образа навела там порядок. Это часто происходит, когда появляется какой-то человек в каком-то месте, и все умолкают, и все вдруг не просто делают вид, а стараются наладить отношения и убрать негатив. Как бы он раз и исчезает. Вы понимаете? То есть вот достаточно одному человеку какому-то появиться с правильным образом этого места, где вот он появляется, и там наводится порядок. То есть получается, видите, закон пространственного искажения. То есть при помощи своего образа, опыта, в данном случае положительного, девушка может поменять даже целый магазин. А вот та вот девушка, которая вторая ее подруга, приходила в универмаг первый раз и наработала отрицательный образ, представьте себе, если она вдруг второй раз придет в этот универмаг и выставит со спины этот отрицательный образ, куда она придет? То она придет, конечно же, опять в отрицательный универмаг и снова начнет, извините, чертыхаться, набирать негативный образ и будет вообще ненавидеть этот магазин. Вы знаете, вот так очень многие люди зацикливаются. Так некоторые матерья, допустим, родители видят пьяницами своих детей. То есть каждый раз они ожидают, что вот сейчас он придет пьяный, что он сейчас не придет, а приползет домой, что он сейчас ударит в лицо или скажет гадости какие-то. То есть люди ожидают, выставляют со спины вот этот ожидаемый образ негативный своего, там, не знаю, мужа, брата, неважно даже, если это женщина, сестры, и так далее, и он и появляется. Понимаете? То есть вот закон искажения, он работает. И в какие-то вот жизненные ситуации вдруг человек, допустим, не выставляет этот образ, ну забыл выставить. И этот муж может прийти вдруг трезвым, с букетом цветов, еще и с бриллиантовым кольцом в подарок. Вы знаете, то есть получается, мы сами живем и материализовываем плохого или хорошего человека. Вот два родителя, допустим, да, отправили своего сына в пионерский лагерь. А он у них вундеркинд. В шахматы у него первое лидирующее место по району там, или даже по городу, или чуть ли не в России, может быть. А у него там еще олимпиады какие-то математические, там, физические, химические и так далее. То есть такой вундеркинд, ой-ой-ой, песни поет, пляшет и так далее. И они лежат, допустим, он в лагере, они лежат и мечтают. Ну, конечно, олимпиаду он там выиграет, вот. По плаванию это у него будет первое место 100%. Ну, то есть вот они ожидают что? Ожидают, что он будет там, ой-ой-ой, процветать и продвигаться, что он покажет класс их воспитания. Но если они, эти два родителя, отправившие ребенка в пионерский лагерь этого вундеркинда, и во время своих мечтаний держат этого вундеркинда внутри себя, помните, образ может даже ребенка находиться либо внутри тебя, либо вовне тебя. То есть в двух местах одновременно быть не может. Так вот, если они держат этого пацана у себя в душах, то там, значит, в пионерском лагере их образа нет. И какие обстоятельства возникнут там теперь вокруг их любимчика и вундеркинда, неведомо. И может случиться даже так, что вдруг утром или к вечеру звонок в дверь, и пионер-вожатый держит за руку истрепанного, чумазого, с осадинами на коленях их вундеркинда, который чуть ли не взорвал весь лагерь, там порох изобретал. То есть они его привезли, говорят, забирайте, не нужен он нам там в лагере. Еще и оштрафовали, может, родители. Вы понимаете, какая интересная штуковина? То есть, получается, мы вот через закон искажения можем манипулировать пространством, менять людей, менять события и воздействовать на любые события. Вот эти два закона, закон пространственного расположения здесь или там, внутри или вовне, и закон искажения, они нам дают возможность управлять миром своей судьбы, своей жизни.
Правда, я уже говорил вам, что есть еще третий закон, закон сильного. Но этот закон либо я в отдельной передаче как-то вам расскажу, либо вы сможете его познать у меня на занятиях. Ну, а на сегодня, что я хотел, я вам рассказал. Мира и добра вам. Я приветствую всех землян. Смотрите наши передачи телевизионного канала NEFS TV. Всеслав Соло приглашает вас. Снимайте свои передачи, предлагайте их нам. Мы будем их редактировать, смотреть. И потом вы сможете увидеть свои труды в нашем телевизионном канале. Так что милости просим. Ждем ваших съемок и ваших интересных тем. Еще раз мира и добра вам. И великолепного пространства жизни. Материализации мыслей и ваших желаний. Российский первоисточник, автор множества книг, высшая магия мысли. Вы можете научиться. Выходы в астрал, параллельные миры, энергологика бизнеса, телепатия, формула любви, дыхание сознания, магические операции. Школа вечеров Всеслава Соло. Контактный телефон 8 903 622 40 18.